Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasub.ru. И давайте я вам расскажу, сколько денег нужно брать на Кипр на неделю. Примерно сразу стоимость будет, конечно, примерно. Кто-то тратит больше, кто-то меньше. Прежде чем смотреть это видео, подпишитесь на наш канал. Здесь будет все только коротко, по существу и с места событий. Вот как видите, сейчас я нахожусь на Кипре, в городе Ларнак, сижу в кафе, то есть именно как раз трачу деньги и кушаю. Итак, поехали. Сразу, ваш бюджет будет зависеть от того, что у вас включено. Включена ли еда в отеле, включено, все ли включено, включены ли завтраки, кто-то берет завтрак, ужин. Это будет зависеть цена. Давайте, если у вас нет вообще еды. Вообще, вот даже в каждом отеле, вот даже в простеньких 2-3 звезды, еду предлагают, например, 5 евро завтрак. Я жил в трех разных таких простых отелях, примерно цена была одна и та же. 10 евро обед, 10 евро ужин. Таким образом, 25 евро на еду. Такая же примерно цена в кафе, например. Второе блюдо может выходить от 7 до 14 евро. То есть 14 евро может быть рыба, 7 может быть самая простая там какая-то мясное блюдо, допустим, из курицы. Ну, считайте от 8 до 12. Вот я всегда примерно в таком диапазоне ел. Например, 12 блюд рыб, можно рыбу поискать, за 8 евро можно найти мусаку. Ну, на Кипре очень большие, вот мусака и на исключение, наверное, остальные можно смело брать на двоих. И то я заказал мусаку, дали хлеб с маслом. И еще дополнительно салат тоже спокойно, вот может это на двоих разделить и поесть. 9 евро 50 центов. То есть напиток где-то 2-3 евро. Вот, например, такой я взял холодный кофе, фраппе вот в кафе, прямо на берегу моря, 2 евро стоит. Таким образом, примерно на еду у вас будет выходить 10 евро. Ну, допустим, 25 евро на еду. Возьмем еще, что вы там попили что-то, съели мороженое в кафе. Пусть у вас 11 вышло, 12 евро. Допустим, в разных кафе цена разная. Например, можно найти мусаку, это национальное кипрское блюдо. Потому что я его тут постоянно ем, но, естественно, такой же разброс цены на другие блюда. Где-то за 8, где-то за 7, где-то за 10 евро. На берегу моря в красивое кафе 10 евро. Если уйти на вторую, третью линию поискать, можно найти за 7-8 евро. Вот вам еще совет, идите, ходите, кушайте в те места, допустим, ну, отойдите на вторую, третью линию, где, посмотрите, сидят больше местных, нет, например, красивых там столиков, каких-то официантов, гламурных там обслуживаний, скатерти белых, салфеток белых, а попроще столы, сидят местные, вот там еда будет стоить меньше, а по цене, ой, а по качеству совершенно не хуже. Так. 25 евро на еду, плюс, допустим, 10 евро вода, мороженое, соки, то есть 30-35 евро, это средняя нормальная еда, то есть вы не экономите, вы средне нормально, хорошо питаетесь в нормальных местах, в кафе, то есть в туристических зонах. 30-35 евро, 35 евро будем считать. На 7 дней, следовательно, есть 30 евро, 210 евро, есть 35 евро, 250, ну, в среднем 250 евро. Вот, 250 евро, рассчитывайте, что вам на нормальную еду выйдет расход на одного человека, конечно же. Если на двоих, следовательно, увеличивайте в два раза. А вот еще вам совет, блюда на Кипре очень большие, особенно первое время, закажите одно блюдо. Смотрите, может, вот на двоих хватит. То есть мне всегда хватает, но если я с кем-то иду, на двоих всегда хватает абсолютно. Порции на Кипре очень огромные. Вот это реально, это одна порция, но ее на двоих. Вот это огромный кусок курицы. Даже, не знаю, можно и на троих. Поэтому берите. Стоит, кстати, 10 евро 90 центов. Любого кипрского блюда практически. Я не объедаюсь. По крайней мере, закажите, не хватит, еще пусть второй человек закажет, но вы сэкономите деньги и не наберете кучу лишнего веса, не будете съедать из-за того, что потратили деньги через силу. 250 на еду. Что бы я вам еще рекомендовал? Сувениры какие привезти с Кипра? Вот сам покупал, то есть в туристических магазинах, на берегу моря, оливковое масло, например, пол-литра оливкового масла, 5 евро. Возьмите вот оливковое масло. Оливковое масло вот для приготовления в таких красивых бутылочек. Вот у вас подарок выйдет за 4 евро. Вот оно, видите, какое красивое, упакованное, натуральное кипрское. Есть вообще за 3 тут разный выбор.
если красивый, либо вот такую банку за 10 евро. Литр масла вы берете 10 евро. Отсюда бы я бы рекомендовал привезти именно оливковое масло. Кто любит вино, вино. Вино в магазинах прям стоит даже в обычном супермаркете от 3 евро. Можно привезти 3 литра. Но это таможенные правила России. 3 литра вина, 2 литра масла с собой официально. Некоторые умудряются больше провозить. Таким образом, допустим, вы взяли там, ну, на 10 евро масло, на 10 евро вина, на 15, кто-то любитель. 25 евро. Если вам что-то еще, любитель сувениров, можете что-то еще купить, какие-то ракушки, магниты, сувенир. Ну, то есть 30-40 евро вам хватит на сувениры. 250 евро на еду, 30 на сувениры, 280 евро. Экскурсии. Вот смотрите, здесь, на Кипре, я бы вам рекомендовал брать просто машину в аренду, так как очень многие достопримечательности, интересные места находятся за пределами городов, допустим, бухта Афродиты, мыс Капа-Грек, вот недалеко от Ионапы, бухта Афродиты недалеко от Лимассола, там город Родос, от Лимассола 40 километров. Лучше всего, ближе всего Лимассол, здесь 40 километров. Я в прошлый раз ездил на машине из Лимассола. Вода в горных речках чистейшая и прозрачная. И возьмите с собой сменную одежду, если вам вдруг захочется искупаться в водопадах. Никосия, столица Кипра, старый город, который поделен на две части. Одна принадлежит греческой, другая турецкой стороне. И вообще города Кипра, Кипр очень маленький остров, находится в радиусах 100 километров практически от одного города до другого, да, 40-70 километров. Например, от Ларнаки до Ионапы 45 километров, от Ларнаки до Лимассола где-то 80 километров. И так практически до каждого города, от Лимассола там до Тродоса 45 километров. Вы сможете доехать на машине. Машину, если вы берете на 3 дня, цена выходит где-то от 30 евро за машину. То есть 90 евро вы взяли машину, заправили еще на 30 евро бензина, на 40, 120 евро, допустим, выходит. 120 евро у вас выходит, 280, мы посчитали, еда и сувениры, 120, вот 400 евро у вас выйдет классный, хороший отдых. Ну, я считаю, на неделю. То есть это не экономный, совершенно не экономный отдых. Если вы не хотите брать машину, на эти же 120 евро можете съездить на 3 экскурсии. Экскурсии примерно от 30 до 25 евро прогулка на яхте, там 45 евро. Например, есть классные экскурсии, весь Кипр за один день. Это вы съездите в Тродос, монастырь Кикос, деревня Левка, национальная деревня Кипра. Классная, я туда на машине просто ездил. И еще куда-то. Вот классная экскурсия, я просто все это объезжал на машине, в тот же Тродос ездил, в Левкуру, по всем городам Кипра на машине, а вот сейчас вот лень было, на такси поехал. Таким образом, 400 евро у вас будет и экскурсии, и сувениры купите, и доедитесь. Если вы экономнее, можете уместиться и в 300 евро. Сразу скажу, кто максимально экономный, но это нормально, можно и бюджет отдохнуть. Здесь есть большие супермаркеты. В Ионапе, в Пафосе, прям в туристических местах, в Ларнаке, чуть надо отойти на вторую, третью береговую линию, на первой нету, где в основном туристические места, обычные супермаркеты, где покупают еду, обычные кипрские люди, то есть большие, как у нас там Пятерочка, Спары, Магниты, вот такие же. Цены примерно в среднем, ну спасибо, конечно, что у нас так рубль летает к евро. В среднем на 30% дороже, раньше были меньше, когда был евро к рублю меньше. Если вдруг упадет, будет меньше, если повысится, будет больше. Поэтому, кстати, я говорю все цены в евро, так как рубль стоил у нас с 2014 года и 45 евро, и 90, и 70, и 80. В нем говорить, ну, валюта летает, волатильная, смысла никакого нету. То есть, ну, например, вино даже стоит, вот то, что происходит на Кипре, например, местные апельсины, вот фрукты, оливковое масло, вино даже меньше, чем в России. Вот бутылку вина в супермаркете возьмете за 3 евро. Это натуральное кипрское вино, классное. Не знаю, возьмете ли вы 270 рублей в России такого качества вина. Просто я не пью, но, скорее всего, нет. Без комиссии можно снимать деньги. Bank of Cyprus, такая зеленая вывеска, я вам покажу.
Ну, предыдущее видео я тоже записывал, я-то с ним там снимал деньги, когда я здесь жил долго. Если вы хотите снять деньги без комиссии, вот найдите на Мапсми в Ларнаке или в Ивайанапе, или, допустим, в другом городе, в Никосии, Банк оф Сайпрус, вот такой зеленый. И здесь без комиссии снимите. Если у вас карта Тинькофф, не возьмет ни кипрский банк, ни Тинькофф, Тинькофф Блэк. По ссылочке ниже можете ее оформить. Допустим, мультикарта, онлайн-счет открыли в евро, перевели рубли в евро, сняли здесь без комиссии. Сбербанк, по-моему, 150 рублей, что ли, Сбер берет комиссию за снятие за границей. Честно, не знаю, не пользуюсь. Практически везде можно оплатить картой, то есть наличные и редко где тратится. Вон, бутылку воды купить, мороженое на улице. Да и то даже он за многие фрозен йогурт и мороженое можно оплатить картой. Вот, то есть, ну вот в Ларнаке, например, на береговой линии этого Банк оф Сайпруса нет, надо на вторую-третью линию идти. Забейте, например, в Google Maps Банк оф Сайпрус, посмотрите, где банкоматы, там без комиссии. Если лень искать, ну, вам нужен кэш, вот здесь снимите, лишние 2-3 доллара, ой, 2-3 евро потратите за каждое снятие. Но опять все зависит от вашего банка, лучше ставьте карточку и посмотрите комиссию. В принципе, вот все цены, все видео, например, в Ларнаке какие цены в Айадапе, они, кстати, примерно одинаковые, в Лимассоле процентов на 30 подороже, на 20-30, в том числе в кафе. Это такая неофициальная столица Кипра, самый большой город, где живет в том числе много, 40% русскоязычных людей, вот от всего города. Там много IT-компаний, много высотных зданий. А, например, в столице Никосии, где нет выхода к морю, куда я вам рекомендовал съесть, там, наоборот, цены может в два раза даже ниже, ну, на 50% точно, чем в курортных городах. Там же, особенно в кафе, где ходят местные, не в центральных улицах. Если вы туда поедете, потратите меньше. На самом деле так. Я ездил в Никосию, мне очень понравилось. Ну вот, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте, если вам нужна электронная провиза, она для россиян только оформляется, украинцам без визы въезд. И для всех туристов Cyprus Flight Pass сейчас обязательный документ перед посадкой. И перед поездкой на Кипр, без него даже не посадится самолет, можете обращаться к нам. Контакты нашего визового специалиста, этим занимается Тамара, вы найдете под этим видео. И не забудьте подписаться, кнопочка «Подписаться здесь», чтобы не пропускать все самые важные новости об открытии границ, о визовых правилах въезда и просто полезную информацию с места событий из наших поездок. Пока-пока!